Всем привет! Вы на канале ЮТВ. Всем привет! Мы на канале ЮТВ. Сегодня мы с Юрой будем делать техосмотр нашему самолету. Для того, чтобы его почистить, просушить и обратно собрать. Потому что мы готовимся к зимним полетам. Юра, механик Юра, приступай к разборке самолета. Все, вверх поднимаю. Молодец. Первым мы вытащили нашего пилота. Дальше идет разборка фюзеляжа. Юрий все делает профессионально. Сразу видно, профессиональный конструктор. Так. Дальше мы разобрали крылья. Мы убрали двигатель и хвостовую часть. Так, теперь Юрий приступает у нас к прочистке. Чистит двигатель. Нам нужно почистить двигатель и почистить все детали. Чистим корпус. Какие грязные были детали. Теперь он у нас будет чистый и готовый. Так, прошла просушка двигателя. Устанавливаем двигатель на место. Так, двигатель установлен. Двигаемся дальше. Теперь у нас крылья. Ставим крылья. Крылья прочищены. Просушены крылья. Так, еще раз прочистили, промыли. Так, суперфен включается для просушки. О, суперфен просушил наши крылья. Так, теперь устанавливаем на место. Переверни их. Переверни крылья. Так, устанавливаются крылья. Так, давай сначала поставим. Ну, конечно, нужно запорное устройство ставить. Давай, я тебе поставлю. Вот так вот. Все, давай, теперь ставь. Еще раз прочистили. Так, суперфеном высушили. Установили двигатель. Так, двигатель установлен. Теперь ставим. Крылья ставим. Так. Крылья еще раз просушили, промыли. Суперфен продул у нас и просушил. Установка крыльев. Так, ответственный момент. Главное, чтобы двигатель не выпал. Все, двигатель на месте. Так, крылья укрепились у нас. Молодец. Теперь хвостовая часть. Установили хвостовую часть. Теперь у нас идет фюзеляж. Так, просушен фюзеляж. Просуши. Так, отпала у нас хвостовая часть. Еще раз ее быстро промоем, просушим. Есть. Установка в нужные пазы. Профессионально работает наш механик. Так, промывка фюзеляжа. Продувка. Суперфеном. Все, просушили. Установка. Все делается максимально быстро и профессионально. Так, самолет готов, не хватает главного. Это наш пилот. Пилот устанавливается, прокручивается. Стоп, еще чуть-чуть, все, стоп. Так, делаем прогрев двигателя. Юра, ты готов к прогреву двигателя? Приступаем к прогревке двигателя. Давай, так, все отлично, готово. Самолет устанавливается на взлетную полосу. Итак, я помогу тебе его завести. Держи свой самолет. Так, на раз, два, три, отсчет. Три, два, один, пуск! Ура! У нас все получилось! Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Пока-пока!